Boss. Да, опять я не нажал. Дай ульт АКД. Ой-ой-ой. Это ГГ, я сейчас сдохну опять. Да почему я БКБ не жму? Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Закадровый Голос, и, конечно, сегодня мы будем смотреть лютую каточку мега-крипы против мега-крипов. Кто выиграет, это остается загадкой, поэтому, ребятки, присаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра и поехали. Данная игра проходила у нас на стриме, и это было уже очень позднее время, это было 2 часа ночи, и мы где-то все равно нашли силы на то, чтобы двигаться и играть эту игру, потому что игра потная, около 80 минут, но надеюсь, в целом она вам зайдет, как я и сказал ранее. А если вы хотите поучаствовать в таких играх, конечно же, в 19 по МСК залетайте на стримы, там я играю с подписчиками, можно успеть без доната, можно зайти с донатом, как вам удобно, на поддержание канала заходите и кайфуете. Успел, зашел, играешь. Одну катку сыграл, пропускаешь. Таков девиз нашего лобби. О, так тут весь отряд. Ману не трать, дядь, просто так сейчас. Я понял. Не, ну это хз, как вот тут. Это nice. Для настроения. Да настроение есть, дядь. Просто надо тащить, вершить. Стримлю. Да, надо было, брат, так. Да, стримливаем уже. Ластовая. Сейчас в ботл выходим и начинаем. Каточки сегодня затянулись, потому что Николай зашел, он редко заходит. Для него газуем. Ну и не только. В принципе, силы есть еще, но вот это точно уже ласта, потому что уже на исходе прям зарядка. Я кушать хочу. Кушать хочется. Так что надо уже отдыхать бы. Как сказал Каракуля, с цирклетками легче ласхитить. Блин, с нуликом у тебя 9 дэмэджа, с цирклетками 6. В чем прикол? Хорошо. Things to do.
Ее последнее настроение, две девушки забрали Тракса и Венга. Да не, пофиг. Они неопытные просто, что на них злиться. У меня бывают такие, да, мгновения, то что я... Самое обидное, что я им объясняю, они не слушают совсем. Это самое обидное. Начинаешь тильтогонить, а потом думаешь, да пофиг. Все равно, ну как бы, от того, что я сейчас расстроюсь, да, опукаюсь, окакаюсь, как бы, ну... Ничего не поменяется. Не выиграем. Так что пофиг, ничего страшного. Выиграли, проиграли, разница там. Разница-то. Что я могу сделать конкретно в данной ситуации, да? Я отлично камбэкнул. Реально. Очень бодро. Очень бодрый камбэк. Очень бодрый камбэк. Видите, он быстрый, да? Тинкер. Сам по себе герой очень быстрый. 320 на начального МС. Сапог берешь, у него становится просто... 370. У меня МС 345. У него 370. Чтобы вы понимали. О, не добью. О, здорово. Хаста, найс. Я такую руну офигенную прогулял. Почему так долго стримишь? Я ж пояснил, человек зашел. Я подрубил подольше. Клип делаю он для меня. Ты этот пекать что ли? Нифига круто. Красава, бро. Красава. Красавчик. Пекарь, это круто. У меня знакомый есть. Парень, подписчик. С города. Он пиццу делает. Он тоже пекарь. Пиццу хреначит, знаешь как? Опа, что это, фражочек будет, что ли? Ой. Извините. Хлеб всему голова, безусловно. Хлеб всему булка. Сегодня, кстати, надо пиццу похавать. Сегодня надо бы пиццу похавать. Так, а там руна должна быть же, да? Че я сюда иду? Даун. В куре. Заберу. Спасибо. Пиццемейкер, нифига ты выразился. Пиццемейкер. Пиццу, роллы катаю, прикольно. Пиццмейкер. Забавно звучит. Я
Эй-диджей, эй-пицмейкер, уличный денсер. Шик, шик, закатываешь пиццу, да? Красава. Спасибо, ребят, всем, кто еще на стриме сидит в это позднее время. Благодарен каждому. Ой-ой-ой, я сейчас могу с ракетницы сдохнуть. Ну, надеюсь, не сдохну. Нормально все будет, не ссы. Странно, не стакнулись. Прикинь. А есть руна? Нету. Ага, смотри. Кто-то в инвизе, походу. Да, смотрите, как он уверенно бежит. Значит, кто-то в инвизе по-любому. А кто в инвизе может быть? ЦМ-ка. Поэтому газуем. А, нет, ЦМ-ка, вон она бегает. ЦМ-ка, вон бегает. А, вернулся, да? Два болта кинул, зафармил пачку. Почти армлет есть. Тут легкая будет. По идее, если так будет идти, как сейчас идет, то я очень быстро их раскатаю. Красава. Да, я стрим не всегда фановый, веселый, братан. Согласись. Иногда перегибаю. От этого никуда не деться, это баланс. К сожалению, это баланс, дядь. Так, у меня армлет на топ улетел. Это плохо. У пятого слота Феникс был, да, но он в игру не зашел. Чего это я его банить должен? Там был у чела ник АС Пушкин. А у этого чела ник, кик его. Он только зашел в игру. Понимаешь? Две разные вещи. Когда человек новенький. Когда человек заходит рандомчик. Две разные вещи. Спасибо за подсказку. Я собрал армлет, брат. Подскажи, что next там тарить, бро. Я затарю. Он через 3-9 земель сейчас будет обходить, не по речке. Он знает, что я в смоках бегаю. Но здесь даже не будет проходить. Хорошо. Прямо звук такой крип четко в тайминг ударил. Я думал, успею быстро кликнуть. Перемазку можешь собрать. Спасибо, спасибо большое. Спасибо тебе за подсказку. Ну. Тройка же добьешь. Три, сразу 3-1 дал бы, и все. Жесть. Да, что-то слабый, да? Я что-то армулет не переключил. Ай, блин, рак. А Огра, Дагер, откуда? Можно вопрос задать. Ладно, перегазовали. Но Тинки разобрал, это радует. Тинки разобрал. Тинки разобрал. Хорошо. Сейчас бы масочку, да? Все, возвращаемся на мид. Миду маску поковырять надо, и все будет огонь. Два левела апнул.
Удачного стрима. Спасибо. Ничего страшного, не надо извиняться. Ничего страшного. Откуда у тебя тревел? В иллюзии. Тревела откуда? Жестко. Том Даггер возьми, все. Братан, я играю 16 лет в эту игру. Я ценю твою заботу о том, что ты подсказываешь, что мне нужно собирать. Но я как бы знаю, что надо собирать. Спасибо. Спасибо тебе большое. Как бы я знаю. Я уже давно должен был купить Madness, а не бегать, пидить и тому подобное. А я бегаю, фижу. Драконы там конские, я не могу отвести. Решил бросить доту и буду только стримы смотреть. Твои, как думаешь насчет этого? Почему нет, попробуй. Многие так и делают, говорят, я типа, ну, больше не играю, но стрим смотрю. Я знаю, что это сарказм. Только я уже настолько устал. А я уже просто ватник. Тупо ватник на хинезисе. А, пойм ловела. Что там, тревелай купил? Умничка. У меня команда божит. Поэтому кайфую пока. Все будет, парни. Пойдет. Я знаю, бро. За 6 лет фижу только. Где я фижу? Вопрос тебе задаю. Это дота, прикинь, выиграл, проиграл. Тут такие условия игры. Прикинь. Условия доти. Выиграл, проиграл. Шутка минутка. Задушили там. Задушили его там, Ризрака этого. Замуровали, демоны. Не хочу в лес бежать, типа, ну, не видя, не зная, куда, кого. А вот так вот, вот стоит, да, типа, почему бы и нет. Сентри стоят, что ли? О, ну, вот я прям на него кликал. Почему, ну? Ну, дэмэдж не дает ГДС. Видели, дэмэджа не было. Я бы убил ее. Уже бы она мертвая была бы. Ой, бред. Хорошо. На скилле. Прям на героя кликаешь. Звук. Айс, класс. Дота моя любимая игра. Да ладно, тварина, а? Видела меня здесь еще, прикинь. О, жесть, да что ж такое-то? Можно чуть сложность полегче немного в этой доте? Жесть. Что за бред? Да двойку себе кинь, да зачем ты ему двойку кидаешь, дядь? Портретка сейчас сдохнет от тайда. Дени на мартретке.
Вот что вот, блин, на Dark City гений или на Мартретке, ребята? В чате напишите, кто гений из них? Мартретка гений или Dark City? Вот сейчас ситуация была. Кто это, блин, нахрен такое? Что это такое? А, боссанец убегает. Сейчас даггер куплю, подожди секунду. Ненавижу. Конский трекер. Трекера бери, трекера. В смысле научил? А почему за меня тогда не научились? Чё за... Вы постоянно такую хрень это высираете. Научил играть. А почему за меня не играют? Почему? Объясни. Прошлую игру посмотри, где я играю на... Урси, почему моя Венга не умеет играть? Почему моя Тракса не умеет играть? Чё за кринж? Да отстань от меня, да. Смотри, вот Огр научился играть, да, я сейчас скажу? Чё это такое? Вот ты такой вот, как сказал, как пукнул в пупку. Ты извращенец. ДС опытный, ДС на этом, на стиле, да? Иди, брат. Какой крутой. Так, дагерочек даешь? Ща кэмп зафармим и дагер заберем. Смотрел? Вот так, а чё вопросы какие-то, да? Напиши, чё, за хинаниса научились играть? Хорошо. Где этот кусок мой лакомый? Ага, слышу это говно там, клацает. Сейчас я приду. Сейчас я приду. Мужчину позову большого. С секирой. Этого домой. Сразу. Три дай. Три. ДС. Ну ДС тройку. Тетя, домой. Хочу сказать тебе, чтоб ты пошла. Хорошо. До свидания. Выходи, да, давай завтра там. Будет желание, пиши. Мы с тобой обсудим. Почему ДС? Дарксир Ишкафелевич. Отчество Ишкафель. Это что там бегает? Эти женские горгазы. Да ты что, БМчик там? Да мне пофиг на твой БМ. В БМ нарезал чувака. Добрый вечер. Я пьян слегка. Трекер заряжает, чекай. Надо с ГДСом заряженным прыгать, чтобы он вот так вот стоял, да, и все тогда идеально. А так, в туман войны прыгать не варик. Прыгать, когда не видишь никого, это плохо. БМ там жесть. Как он меня любит, меня станы все дает. Ну что это такое, все ракеты в меня летят. Давай. Печкуй дракона. Прикинь, подходишь к дракону к огромному, по голове даешь и убегаешь. Страшно. Ста. Это неплохое дело. Там проблема в огре будет. Огрмук. Хорошо. Субтитры
Сколько я помню, тут варды стоят. Я по максимуму чисто фарм вытаскиваю сейчас как можно. Рыбалка, увлекаешься, третий раз уже на твой стрим попадаю во время рыбалки. Приходится забить на рыбу и смотреть стрим. Честно, ну, могу сходить, да, но нет прям такого фанатизма, чтобы я там, знаешь, там, кепочку там купил себе, там, спиннинг дорогой. То есть у меня нет такого. То есть, ну, просто сходить там на рыбалку, да, почилить, подрочилить, да, можно чуть-чуть. Но не так, чтобы прям оверфанатизм такой. Тут БКБ надо, ребят. Срочно. Срочно БКБ надо. Задиспелит, в него влетишь, пару тычек дашь, он равагнет, я умру, скорее всего. Не была, не била, гоу, попробуем. Так, ну вот он. У него БМ еще. Чувака, это... Хорош. Что? Выключил армлет, сдох. От чего, извините? От ульты... Мне что, нельзя армлетить, что ли, во время ультимейта? Вэп. Круто, спасибо. Я-то думал, я в этой катке больше не умру. Жестко. Глиммер этот покупает, как обычно. Ботик. Ботик-тинкерочек. Тут каракуля вечно. Вот это. Сейчас дагер купится. Это тупо вот билд, который он всегда берет. А знаете, почему берет? Ну что, лотар что? Не контрится. Все. Это его прикол такой. Го, подеремся. Прикинь, оракула нету. Жалко оракла нету. А. Сейчас столько золота отдал. Здесь просто. Я не помню такого. Это дерьмо уже начинает что-то делать. О, ребята. Ну, руин, ну зачем? Я уже устал, наверное, я не знаю. Я устал эти игры тащить всем. Так, ладно, БКБ, все. Меня... Я арбу взял, я думал фаст хекс выйти, но потом посмотрел пик и понял, что... Какой нахрен хекс? Даун. Жесть. Надо срочно БКБ, ну в принципе остается копейка. И пол хикса есть еще. Ошибка в билде, надо было сразу пытаться в БКБ выходить. Потому что сейчас мартредка сделает БКБ. Это начнется сырбор, лево-вправо, расстрел. Всякие эти кнопки бесконечные от мартредки. Промаха куча, хиксы не помогут, МКБ делать надо. То есть такая многозадачность пойдет.
Они опять толпой собираются. Я не пойду, не деритесь. Сейчас начнется гемор. Почти есть. Они так сладко в меду все стоят, что вообще кайф. Очень сладенько в меду стоят. Так, дастов, естественно, на Тинкера нету. Это плохо. Я понял. Ну мне опции нужны, я не могу. То есть у меня такой потенциал. Хотя бы какой-то обсерв обоссанный нужен. Я не вижу просто, что бить. Я просто не увидел сейчас, что бить. Ну проигранная драка. Вижу, нет. Глимера заходят. И все. Не могу бить. Я сейчас все нажал. Или забайтите, я побегу драться. То, что вот это... Я прыгаю, это тупо на самом деле, максимально. Вы можете также сделать. Прыгнуть тупую, не знаю. Забайтить. 2-3 героя соберется. Дэшка. Тасты имеются, хорошо. Давай спокойно. Опять глимер заходит в глимер, я не вижу просто. Извините, пацаны, я не могу через глимер видеть.
Через глиммер я не могу видеть парня. Мне не хватает вижена. У меня нет слотов банально. Я сейчас возьму хекс, могу что-то подконтривать. Тем не менее. Через глиммер я не могу никого убить. Четырещие кнопки заранее старайтесь нажимать. Все уж на то пошло. Сейчас хекс будет, я смогу еще допом сливать. Мы сильнее. Сейчас еще вот хекс, и мы вообще овер сильные будем. Гем, да, если гем возьмешь, офигенно будет. Сава. Мы будем овер сильные, поверьте. Че, Николай, как тебе сегодня игры? Вообще жесть. Сегодня игры... Пот называется. Пот, нервоз, головоломки. Равшаны идут, да? Ой, Unstoppable, он там держит. 10-4 у него, какой сильный. Давайте попку ему полижем. Ясно. Our allies town needs help. Боже. Our allies town needs help. Our warriors have engaged the enemy. А я еще свою куру просрал, найс. Как же я не доигрываю, я, наверное, уже либо устал, либо хз, у меня просто кнопки не жмутся. Просто тупо кнопки не жмутся. Ничего не могу сделать. Я фуловый, ни хрена не могу реализовать своего героя. Конечно, логично, Рош убьем, дядь. Чё ж еще можно делать? Я хз. Вместе надо собраться. Я фуловый, дальше хуже будет. Дальше будет хуже, мы и дальше слабее будем. Я не потяну потом мартретку. Мне остается МКБ сюда и Кираса. МКБ, Кираса. Там Аегис, правда. Хз. Тварины, варды все снимают, просто невозможно играть. Зачем вы заходите, чтобы стрим снайпить, чуваки? Ну серьезно. Где ваше, блин, уважение хотя бы какое-то? Где ваше уважение хотя бы какое-то?
сюда. Ни одного варда на карте нету. Ни одного. Не знаю, в БКБ полетать. БМ, и второй раз он нажмет БКБ, сейчас там тайт ворвется, там начнется веселуха. Мы не потянем тут. Уйдите, уйди, уйди. Не потянем мы. Зачем Дазл туда пошел, я не понял. Что такое бонус ХП? Страх по окончании катки. Что? А, в статах по окончании, я не знаю, что это. Не знаю, дядь. Бонус ХП, ну бонус ХП. Плюс здоровье, наверное. Что за бред? Ой-ой-ой. Ну вот тут сейчас опасно идти, где мы идем. Опасно. Ой, как хорошо и сладенько-то как. Как же сладенько. Это там поймают. Где Мартредка? Вот тут кто-то был. Где Мартредка сраная? Ее по карте не видно, приходится так искать. Go. Да, мид. Хорошая драка. Как они сладенько стояли, да? Батл Фьюри на Свена, для чего, дядь? Дашь тройку? Пушьте, пофиг на нее забейте. Пусть бегает. У нее ПМС, она большая стала. Тайт с кнопками. Боже, все задиспелил. Хекс, стан, Дороваги хотел слить его. Уходите нафиг. Они меня онли будут убивать, уходите. Б, уйдите. Только они в меня будут бежать. Они бестолковые, они просто так и будут играть. Они вас оставят, они за мной побегут. Так, у меня сейчас будет уже МКБ. Subtle.
to do. Guide me. Guide me. Готов. I have better things to do. For now. Very subtle. For now. Very subtle. Поехали, поехали, поехали. I'll play along. Very subtle. I'll play along. That may work. Very subtle. Цепляй, цепляй, бро. Не могу глиммер дать во время глиммера. Цы не работают. Да ты знаешь, да? Ты знаешь, умничка. Так, я Равагу откатил, да, Найс? ББ Морта. Гипс, ты чё? На работу, брат. Работа нужное дело. Проблемы. Называется вечный хекс. Сейчас пойдем Last Wave.
Там кнопок нету сейчас. Айд шибу взял, конечно, это жестко. Subtle. Our allies' town needs help. That may work. I'll play. For now. Very subtle. For now. Да, жестко думать сейчас придется. Сейчас придется думать. Блин, это хреново уже. Я тут не выйду уже, скорее всего. Хекс, 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 сейчас будет хекс. Хекс, хекс, хекс. Да что я вечно курс сюда веду и забываю. Но мы уже не тянем. Тинкера, если не убиваем, этот засранец будет по КД хиксить. БКБшка у меня осела. Свен слабый в лейте, когда БКБшка осевшая. Просто кайт это все. Бурбинок будет. Да ты что, до 5 утра бурбинок еще играть. Ты нормальный. Ты нормальный бурбинок играть. До 5 утра.
Не подходи, пожалуйста, ты умрешь сейчас. Ну вы... Я не знаю, мы не простояли сейчас, правда, покашляли. Зацепите, да, я далеко. Зацепите, я далеко, блин. Можно же цепануть. Жестко, конечно. Соберитесь, пацаны. Выиграть можно тут. Можно выиграть. Карту не видно, я закрыл ее. Зачем ее видно тебе? Видите, зачем эту карту? Эй, что? Ну, давай разлогинься, Тинкер. Не страдай фигней. Now, very subtle. I'll play along. Die, fool. For now, I'll play along. I grow tired of waiting. I must feed. I have better things to do. For now. Very subtle. Die. For now. That may work. I grow tired of waiting. I have better things to do. Insufferable mount. I'll play along. I grow tired of waiting. Уже сегодня все игры вообще долгие, лютые. Very subtle. That may work. For now. Very subtle. Okay. I have better things to do. Very subtle. Suffer. Not. You're not necessary. You're tired of waiting. Die. О, не этот, не хикситься в глимере. Только станом можно. Не хикситься в глимере. Я не сплю, пацаны. Так надо. What?
Блин, идеально внизу было, вард стоял, надо было чуть переждать. Чуть переждать, байбека нету. Они на жопе сидят, в принципе. У них деф очень сильный. Я не вижу, кого бить просто. Жесть, да вы издеваетесь. Жестко. Низ не очень хочется терять. Ну, реально вижу, не, у нас 4000 саппортов, у нас нету вижена, чтобы дефать. Реально. Прикиньте. Сыр есть. Опять ни одного варда нету. Жесть, как мы так играем. Ни одного нет. Я один барак в суицидальную ломаю, но они нам отместку тоже сломали. Это жестко. Very subtle.
stay cool. Insufferable mount. Very sorry. I have better things to do. For now. I'll play along. Very subtle. I grow tired of waiting. I have better things to do. For now. Мы также сейчас зайдем и также сдохнем. Если пойдем. Глиф. Хорошо, новости хорошие. О, здорово. Help. Далеко, бро. Где ты? Ты куда делся? Ты куда? Помоги. Жесть. Жестко. Могли сейчас Тинки разобрать. Да не, мы бы забрали Тинкера 100%. Ты чё? Не тупи. Отойти я без байбека. Жалко, что только двоих забрали. Мартретку не забрали. Tired of waiting. Insufferable.
Хекс, да нет. Ну, в принципе, да, Хекс не заходит вообще. Я уже смотрю, от Хекса актуальности нету. Но я сейчас одну тему сначала попробую. Потом другую. Вот это дропнем сначала. Блин, там огр с этой кнопкой. Это плохо. Но под сержем я могу, в принципе, грязи наделать. Давайте, ну, попробуем ва-банк. Ва-банк попробуем. Хорошо. Криты надо было. Вместо чего? Вместо МКБ? Криты надо было. Или вместо Хикса? На данном этапе что? У меня нет байбека, это one way. Проигрываем, проигрываем игру. Рошан, походу, да? Я умру, игра закончится, я сразу сказал. Тут не надо лезть. Нужно как-то грамотно. Может снять дом, не снимет. Вообще в этой катке DS соло должен выигрывать. Потому что дагер, шива, прыжок, там и ГГ просто, все умирают. Пайбэк почти есть. Так, хекс это 3000, да? 2004. Пятерка есть, да? Хорошо. Пятерка. ВП нет. Very subtle.
subtle play. Very subtle. For now. I'll play. That may work. For now. Very subtle. For now. Very subtle. That may work. Unstoppable. Не успел, прикинь, нажать. Прикинь, я БКБ не успел нажать тупо. Этот чел вообще сразу ульт кинул. А, жесть, ну чуть осталось. Не, тактика у нас хорошая была, я БКБ не успел нажать. Глиммер, кинь себе стенку и вакуум. Стенка, вакуум, дядь. Ну стенка сначала, потом вакуум, ты чё? БМ не нажал, печально. Стоит, дерется. Брат, ну убегай. Ты чё, издеваешься? Ты же живешь. Серж, ты на базу. Ну чё с тобой на ДС? Господи, он вообще кнопки не жмет. Чё с тобой, дядь? На ДС парниша на ропле. Да, опять я не нажал. Дай ульта КД. Ой-ой-ой. Это ГГ, я сейчас сдохну опять. Да почему я БКБ не жму? Ульт хорош. Ой-ой-ой, он засейвил. Неужели я выживу? Уф. Жесть. Прикинь, я выжил еще. Где мартретка? Жесть, вы что, издеваетесь, что ли? Полз промис, бро, ты тут? О, так я сдох. Крест, дядь, дашь? Дай крест. Крест, дальше ты бегаешь. Еще не ГГ, дядь. Жди.
заберем, будет хорошо. Да что за вижены? Да не заберем, уже там вижен конский стоит. Уже что за игра? Дазл крест не дает, просто что это? Как играть, если крест не дает, тип? Там не дает крест. Кто там на миду дохнет? Не надо, дядя. Блин, если бы мы сейчас топ не потеряли, мы 100% выиграли бы. 200% даже. Баш! Ну-ну-ну-ну-ну, Бартретка, байбек. Морта, байбек, парни. Хорош. Надо сейчас допробовать. Мид под пуш, есть. Глиф минуса. Да ладно, мы это выиграем. Мы это выиграли, да ладно. Что это такое? Что за игра? Жесть. Ну честно, это было реально потно. Это было реально потно. Жесть.